Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Знакомиться с их автобиографией. Филипп Фараут. Скульптор, дизайнер мебели, резчик по дереву. Родился в 1963 году во Франции, получил ученую степень по производству изящной мебели, резьба по дереву, в городе Аннеси, Франция. Много путешествовал, изучал культуру стран Европы, Азии, Африки и Карибского бассейна, что повлияло на его будущие работы. Увлекся портретной живописью, а в 1992 году переехал в США, проявил интерес к созданию скульптур головы. Размеры скульптур разнообразные, имели различные размеры, от 15-сантиметровых фарфоровых статуэток до значительных размеров памятников из камня и бронзы. Филипп Фараут выставлял свои скульптуры в различных галереях, участвовал в национальных конкурсах, в том числе в нескольких ежегодных выставках Национального общества скульптуры. В течение последних 20 лет Филипп Фараут проводит постоянные обширные исследования человеческой анатомии, в результате которой разработал методику моделирования портрета, который делится со своими учениками во время многочисленных семинаров по всей территории США, Канады и Франции, в частных студиях и крупных известных культурных учреждениях. Ну вот так вкратце, данных не очень много, все, что мне удалось найти о скульпторе-дизайнере Филипп Фараут. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.